Золото вообще не люблю. Терпеть не могу золото. Оно какое-то сильно цыганское. А вот серебро люблю, очень нравится. Ну вот, смотри, видишь, вот как так этот херня может ломаться вот за эти бабки. Это же залупа. Мужики, если вас папа пытается развести на Пандору, не видитесь, это говно. Блин, музей. Да, у меня мало украшений из камней. Мама украшения из камней делает так, как они здесь оцена. 29 января у меня днюха. А как же белое золото? Белого золота у меня не было никогда, я не знаю. Я хочу себе кольцо из белого золота, но посмотрим. Короче, Макс, ни хера не поняла то, что ты написал. А, мала. А, девка твоя? Что делаешь? Ничего, сижу в стриме. У меня 15 февраля. Прикольно. На день рождения выйду в стрим, буду с вас деньги собирать. Готовьте подарки. Ничего не... Ювелирки один в один, а цена... Не, правильно, дома. Какой подарок хочешь? Мне похуй, что подарите, то и хочу. С Германии стрим будет. Бля. Ну ты, конечно, опасный мужчина. Ой, то серебро, что нержавейка. Ладно, и серебра. Это. Ой, все вот это вот сплавить, отдать в расплавку и что-нибудь сделать годное. Можно. Чтоб переплавили. Все собрать то, что есть, теперь чтобы переплавили в какое-нибудь украшение. Кстати, было бы прикольно. В какой-нибудь браслет. У меня реально до хрена всего этого валяется. Спасибо за лайки. Не забываем тапать экранчик, понимаете? Не забываем. Блин, вышла на стрим, короче, у меня почему-то сглаживание морды не включилось. Сижу тут со своими синяками, с прыжами, мальчики. Как есть, это просто пизда. Нету сглаживания, я как будто голая сегодня. Мне вообще непривычно в таком виде находиться на стриме. Но думаю, ладно уже. Хер с ним. Похорошела. Спасибо за подписку. Похорошела, говорит. Без маски думаешь? Я не знаю, кто это. Усы сбрить нужно? Не, не хочу. Привет, что не поехала на площадь? Там дрифтуют бэхи. Бля, я не поехала на площадь. Во-первых, потому что я спала, а во-вторых, я сейчас просто посмотрела все эти стримы и поняла, что это все сделано не для того, чтобы люди пришли и посмотрели. Это все сделано конкретно для их фильма, понимаешь? А остальные это просто бесплатная массовка. Вот. Мне 26. Я про эти. Я поняла, спасибо большое, Макс. Поэтому я не хочу быть бесплатной массовкой где-то. Не знаю. Потом загуглю. Интересно, что снимут. Слушай, снимут они красивые кадры, как они там два кружка подрифтили, все остальное время стояли. Все. А
и будет все красиво на фильме, понимаешь? А в жизни там, ну, типа, до 6 вечера стоять там, смотреть, как они просто для видосов себе какие-то кадры делают, ну, мне тоже есть сюрприз, прикольно. И потом пойдут пиво пить, ну, естественно. Поэтому как-то типа я хотела поехать, потом, короче, не получилось поехать, потом я поняла, что лучше, хорошо, и хорошо, что не поехала. Они же называются блокчейн. Ну, я, ну, у них там типа что, какие-то... У них какие-то зеленые машины, ну, хер знает, там в цвет вилбета как будто бы. А ты поехал, ты был? Да, блядь, это муха, я не знаю, это кошка где-то какую-то жрачку, наверное, затянула куда-то под стол. И, наверное, мухи, типа, ну, появились. Надо, честно, я посижу уборку сделать. Потому что я не знаю, откуда эти мухи взялись. Я там проходила, потом поехала, поездила. Да нехуй там делать, там людей до хрена, толку ни хрена. Наши люди из любого мероприятия сделают цирковое шоу, понимаешь, со своим присутствием там. Там столько стримеров, знаешь. Ну, и все. Бесплатно сыр только в мышеловке. Бесплатно только можно нахуй пойти, а не дрифт посмотреть. Спасибо за подписку. Ой. Так а за что? За котиков, что ли? А я тебя знаю, слышишь? Ну, типа, мы гуляли с Аксячем вместе или что? Да, это давай. Ну, напиши мне в личку, интересно. Я Аксяча не видела 1000 лет, на самом деле, поэтому... Я там помню последний раз, когда мы общались, у него какая-то женщина там была, с Урицкого. Да ты меня знаешь, но ты сказала, не помнишь. Блин, ну ты мне напомни, спасибо, Макс. И не увидишь столько же. Ну, кстати, все время... Ян, ну, окей, Ян. Так, короче, напиши мне в ЛС. Я потом после стрима тебе отвечу. Я просто помню, мы тогда... А ты Табанькова знаешь? Наверное, знаешь. Вот это... Аксяч гулял, Табаньков, Белошицкий, вот эти вот, понял, типы. Жигарь, бля, там вообще таких этих клиентов было. Егор, ну да. Я с ним в школке еще встречалась, когда мы малые были. Он был в 8 классе, я была в этом, в 9. Спасибо, Макс! Спасибо! Ну ты пипец, конечно, задарил. Коронами, усами. Его походка просто бриллиант. Чья именно? Живой, слышишь? Я ж помню, он там, по-моему, в армейке был, потом он с этой армейки сбежал. Его там, по-моему, за это взяли за жопу.